Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. Правильно подобранный гардероб может только подчеркнуть красоту женщины в любом возрасте. При выборе гардероба женщины выбирают не только классику, но и примеряют яркие насыщенные цвета, пробуют разнообразные стили, находя идеальные наряды для повседневных ансамблей. Повседневная одежда для женщины может быть разнообразной и слегка небрежной, но в меру. Удобный и стильный наряд в стиле casual с элегантными нотками спортшика – именно то, что нужно. Приобретите уютные трикотажные вещи, толстовку, худи и комбинируйте все это между собой – с джинсами, юбками и брюками. Офисный стиль не должен быть скучным и однообразным. Подбирайте вещи с нотками изысканности. Прямые пальто, классические модели, нейтральные тона. Примеряйте коричневый, голубой, горчичный и аметистовый. Не забывайте о юбках и платьях. Современная мода предлагает огромный выбор моделей в стиле boho, casual, oversize из разнообразных материалов – кожи, вельвета, твида. Есть только одно «но» – не рекомендую женщинам за 50 облегающие модели.